Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в Российской Федерации отмечается государственный праздник – День славянской письменности. И основателями этого были Кирилл и Мефодий, которые подарили славянской культуре, славянским людям именно начало той культуры, которой сегодня мы пользуемся. И я хотел бы от имени исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова поприветствовать вас всех здесь, собравшихся на этой площади. А самое главное, поприветствовать наших ребят, школьников, студентов. Их 3000 здесь собрали за моей спиной, которые будут участвовать вместе с вами в этом хоровом пении. И знаете, что я хотел бы сказать? То, что эта традиция 7 лет зародилась именно в Санкт-Петербурге. И сегодня подхвачена всей Россией. Давайте сделаем так, чтобы Санкт-Петербург, наш любимый город, везде, всегда был самым первым. Спасибо! Счастья, здоровья, успеха! Дорогие друзья, встречайте главного дирижера нашего проекта. За дирижерским пультом заслуженный артист России Владимир Беглецов.
публичный концерт открыла увертюра из музыки Андрея Петрова к кинофильму «Укрощение огня» в исполнении симфонического оркестра Санкт-Петербурга. За дирижерский пульт приглашается художественный руководитель детской хоровой студии «Искра», лауреат международных конкурсов, заслуженный работник культуры России Владимир Комаров. Александр Костальский. «Христос воскресе». Христос воскресе, смертный, смерти рассвет забрал, и сущим во гробе живот второго. Христос воскресе, смертный, смерти рассвет во гроб, и сущим во гробе. Петр Ильич Чайковский. Гимн в честь святых Кирилла и Мефодия. Музыка Исаака Дунаевского на стихи Василия Лебедева-Кумача. «Веселый ветер» из музыки к кинофильму «Дети капитана Гранта». Веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер.
музыка Геннадия Гладкова на стихи Юрия Энтина. Песня «Друзей» из мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Георгия Струве на стихи Нины Соловьевой. «Моя Россия». Моей России.
дирижер, заслуженный работник культуры России, руководитель детской хоровой студии «Искра» Владимир Комаров. Наш праздничный концерт продолжается. Вновь за дирижерским пультом заслуженный артист России Владимир Беглецов. Давид Тухманов на стихи Роберта Рождественского. «Родина моя». Thank you.
Александра Пахмутова на стихи Сергея Гребенникова и Николая Добронравова. «Нежность». Солистка, лауреат международных конкурсов Александра Репина. Конкурсов Александра Репина. Владимир Мигуля на стихи Анатолия Поперечного. «Трава у дома». Музыка.
народная песня «Эй, ухнем!» Из балета Валерия Гаврилина «Анюта» исполняет оркестр.
Владимира Шаинского на стихи Михаила Матусовского. Крейсер «Аврора». Солист, ученик 6 класса хорового училища имени Михаила Ивановича Глинки Артемий Гудков. Oh,
Артемий Гудков, хоровое училище имени Глинки. Музыка Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова. «День Победы». Солист, лауреат международных конкурсов Антон Андреев. Петербург. Музыка Якова Дубравина на стихи Олега Чупрова.
Музыка Льва Шенберга и Павла Краубнера. Стихи Петра Богданова. Песня о Ладоге. Солист, лауреат международных конкурсов Антон Андреев. Антон Андреев. Музыка и стихи Клода Лемеля, Ришель Дассен, Евгения Хафтана, Игоря Корнелюка, Максима Леонидова, Юрия Шевчука, Модеста Табачникова, аранжировка Дарьи Навальянцевой. Попурри, петербургская фантазия. Thank you.
окончании праздничного концерта мы приглашаем на сцену Владимира Комарова и солистов, чтобы вместе с многотысячным хором Северной столицы, симфоническим оркестром Санкт-Петербурга и всей Дворцовой площадью исполнить гимн солнцу, счастью и миру. Музыка Аркадия Островского, стихи Льва Ашанина. Пусть всегда будет солнце. Главный дирижер проекта, художественный руководитель и главный дирижер концертного хора Санкт-Петербурга, директор хорового училища имени Михаила Ивановича Глинки, заслуженный артист России Владимир Беглецов. В концерте принимал участие художественный руководитель детской хоровой студии «Искра», лауреат международных конкурсов,
заслуженный работник культуры России, дирижер Владимир Комаров. Солисты концерта, лауреат международных конкурсов Александра Редина. Ученик 6 класса правового училища имени Глинки Артемий Гудков. Лауреат международных конкурсов Антон Андреев. Вел программу концерта заслуженный артист России Николай Поздеев. Напоминаем, дорогие друзья, что у нашего праздника есть официальный хэштег «Хор на Дворцовой 2019». Делайте фотографии, размещайте их в соцсетях, и пусть о нас узнает весь мир. Завершился наш праздник, но песня в России на все времена. И в будущем году мы снова пригласим вас на эту встречу, чтобы вновь вместе спеть наши самые любимые песни. С праздником, Россия! С праздником, Санкт-Петербург! Всего вам самого доброго! До новых встреч!